Полагаю, пора представиться. Ланс Стерлинг. Смотрите, всего один ньютон усилия на блуждающий нерв, и он тут же лег баиньки. Ланс Стерлинг. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолтер Беккет. Закончил Массачусетский технологический в 15. Работает в отделе инноваций. Я так много гаджетов хочу испытать в деле. Например, надувная недотрога. Ну, это типа такое средство личной защиты. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Это твоя следующая цель. Никто из агентов не может подобраться к нему. У меня как раз есть то, что нужно. Это биодинамическая маскировка. Представьте, что вы вдруг исчезнете. Ланс, посмотри на меня. Посмотреть на тебя? Я вижу свой зад и твое лицо одновременно! Это так круто! Голубем ты будешь еще лучшим шпионом. Голуби повсюду, и их никто не замечает. И голуби видят в замедленном действии. Вот это крутяк! Я одна видела голубя. А еще голуби очень быстро летают. Не смей бросать меня! Слыши! Разберется. Ну все, Кимура. Стерлинг? Надевай подгузник. Пора тебе в баньке! Мне б сейчас мои руки. У нас разный набор навыков. Поэтому мы суперкоманда. Уолтер, ты сживаешь слишком... Что случилось на подлодке? Остается на подлодке.